Во Франции новый глава внешнеполитического ведомства. На должность министра иностранных дел президент Франсуа Олланд назначил Жан-Марка Эйро. Человека, который 2 года был премьер-министром страны. Напомню, 66-летний Эйро сменил на посту министра Лорана Фабиуса, которому Олланд предложил должность главы Конституционного совета. Новое назначение сопровождалось некой интригой. Французские СМИ сообщали, что вакантное кресло руководителя внешнеполитического ведомства может занять бывшая гражданская жена Олланда, Сигален Руайяль. Но в итоге она так и осталась министром экологии.